Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что пришли. Все-таки приятно, когда в зале людей больше, чем людей на сцене. Так бывает не всегда, знаете. Но это не наш случай. Мы потихонечку начнем.
Спасибо. Евгений Борис сегодня играет на рояле. Тимур Миграсов сегодня играет на флейте саксофон. Николай Куликов играет на гитаре. Давид Кудучев играет на барабанах. Я Сергей Хутес. И это была новая композиция, которая называлась «Муза Ли». Песня «Вопрос». Дальше продолжим. Спасибо. Thank you.
композиция, которая называлась «Февраль». Выпил напоминание того, что зима не за горами. А сейчас хочу пригласить на сцену еще одного участника нашего сегодняшнего концерта. Это Хосе Мариан. Мы споем пару композиций. Добрый вечер. Thank you.
perdoa, por favor. Eu sei que o bem aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra esse amor só me fazer feliz. Que o destino não quis me ver como um raiz de uma flor de lis. E foi assim que eu vim dar sua mão pra pegar, pegar. Foi uma beleza fria de Maria. Ele é o jardim da vida.
Спасибо, Хосе Мария, еще вернется по своей известности, своей любовью и своей искренней любовью к бразильской музыке. Thank you.
Thank you.
написал не я, а некто по имени Пахмутини. Завидую ему. Следующая композиция очень известная, и это будет версия, которую сделал мой близкий друг Евгений Борец. Не буду ребята, вы все ее знаете.
Thank you.
viver igual seu bel prazer. Mas ninguém joga pra perder. Sexta-feira ao fim, e de joelho ao céu.
seu dispor. Тимур Некрасов, Николай Поляков, Давид Кучава, Евгений Борец, я Сергей Бутов. И в заключение нашего сегодняшнего концерта мы сыграем еще одну композицию, которая пока без названия, все еще. Все. Thank you.
Спасибо, друзья. Берегите себя. Спасибо. Евгений Борец, Хосе Мария Галитки-Бучава, Тимур Кудрасов, Николай Куликов. Спасибо. 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 Себя. Сергей Хутус. Проект Левис Хутус. Левис Спешл Хутус. Как проект.